сарае мог бы висеть портрет Баркова на пол стены. Хотя бы потому, что, к слову, жопа предисловие ей были не очень нужны. Ногти она носила и пальчики, трогала и мне все путеречие, курила, влюблялась до неба, имела и прочие дурные привычки. Нас познакомил чей-то друг на моей кухне. Имени его не помню, оно было вполне занюханным. Нам по 16, она смеялась, так что вокруг вроде бы становилось светлее. Я разглядывал ее, шутил. Хотя до сих пор это не очень умею. Потом кто-то сгонял в магаз, и началась обычная катавасия. Я отвалил, мне было как-то западло участвовать. И тогда какие-то двое возле нее взапрели, спорили, с кем она ляжет сегодня. Вычились, пальцы веером. Я сказал, ребят, не получится. Это моя девушка. А кто против, может выйти со мной на улицу и проверим, кто из нас меньше боится кролик. Они скалились, но не спорили. И Лиза легла со мной. Ну, тут вы сами можете подобрать эпитеты. Короче, прочухались мы оба за полдень, не выспавшись, счастливые. В эту и в следующей ночи тоже ее имя казалось мне лучшим. Искательным прозвищем. Ухо носило ее потом от одного пацана к другому. И каждого она любила так, что только плакать и петь о том, как повезло этому охламону. Это сейчас у нас брюхо, очки и повышенное давление. А тогда каждый мог умереть или убить за нее. И не только по пьяни или подходящему для того настроению. И ни при чем здесь ее Вася или как там его по батюшке. Хороший парень, прилично зарабатывающий. Тогда он с похмелья остался дома. Она уперлась бухать с незнакомыми. Отцу тоже было не до того. Проблемы, все сплошь научное. А я проснулся среди ночи, подумал, что-то не то. Но до конца так и не прочупал. А утром не добудились ее. Ну и стали вызывать скорую, там, милицию. И я всего-то был способен потом шторты затыкать. Всем, кто называл ее блядью и суицидницей. В этом возрасте счастье вроде бы близко. Протяни руку, и вы уже рядом. Голые. А в ее квартиру я больше не приду и не позвоню. Хотя, может, и стоило. Теперь, если бы мне предложили на выбор исправить что-то в моем туловище или роже, я бы выбрал не члены, не бицепсы, а голос, который делает слово «любовь» значащим, а не расхожим. И вот этим своим голосом я сказал бы без балды, конкретно, в ней не было чего-то особенного, ни мороза зимой, или запаха листьев осенью. Ну черт знает, как теперь жить без этого. И теперь, когда я просыпаюсь и вижу свои ноги, укрытые одеялом, то спрашиваю себя, одну из них или обе, отдал бы ты, чтобы еще раз почувствовать ее рядом, чтобы сказать, что не хочешь того, что тебе отмерено, и давай обнимемся, чтобы опять настал 93-й, и я не брошу тебя, ни на шаг не отойду, не отпущу ни на миллиметр, и свадьбу как надо летом, чтобы наконец уже выпить за все это, и чтобы дети. Спасибо. Браво.